В этой больнице в немецком городе Тюбинген можно перекусить в любое время суток. Здесь без устали трудится робот-шеф-повар. По сути, это высокотехнологичная кухня, где всем заправляет роботизированная рука. Робот может делать блюда из уже нарезанных и при необходимости приготовленных ингредиентов, которые берет из холодильника. На каждое уходит буквально несколько минут. За горячей едой приходят и пациенты, и персонал больницы. Речь идет не о замене сотрудников, а о том, чтобы робот работал вместо персонала, которого у нас нет. Нам все труднее находить работников для столовых, поэтому робот – это просто разумное дополнение. Роботизированный шеф-повар обучен готовить 120 разных блюд. В ассортименте есть классические немецкие блюда, такие как кёнигсбергские тефтельки, шпецли с чечевицей или сыром и фрикасе. У нас есть блюда азиатской кухни, такие как рамен, суп фо, удон и рис с кисло-сладким соусом. Также есть большой выбор итальянской пасты. Новый сервис в больнице пользуется спросом. Паста была альденте, а овощи хорошо обжарены. Получилось очень вкусно. Сегодня было многовато нута. По-моему, здесь готовят очень вкусно. Я пришла сюда впервые. Поскольку во всех сферах не хватает персонала, наверное, такие явления, как эта кухня, мы будем видеть все чаще. Впрочем, без живых людей роботизированная кухня все равно не обходится. Именно они подготавливают все ингредиенты и раскладывают их по полкам в холодильнике. Робот-повар работает в больнице с мая. Блюда стоят от 6 до 9 евро.